Здравствуйте, друзья. Сейчас конец января. Многие болеют. У кого грипп, у кого ОРВИ. И год назад я делал сеанс против эпидемии гриппа. И на следующий день после сеанса все наши СМИ замолчали об этом. И потом объявили чуть позже, что эпидемия закончилась. Сейчас, можно сказать, разгар заболеваний, простудных и гриппозных. И у нас с друзьями возникла идея сделать совместный сеанс, чтобы наши энергии объединились и сеанс был более эффективным. Но кто как это представляет, и если это мастера, то они владеют разными энергиями, я предлагаю принять бесплатную настройку на энергию безусловной любви и использовать ее, чтобы наши энергии, наше намерение объединилось, синхронизировалось и было более эффективным. Для настройки на эту энергию найдите в Фейсбуке, в ВКонтакте, в Одноклассниках, в группу «Дети Бога». Вот, и там она будет, ну, в общем доступе. Значит, надо ее принять перед сном, ну, желательно вот сегодня. И на следующий день вы будете уже ей владеть, ну, всю жизнь. Она всегда будет с вами. И в любой момент вы можете полечить ей или себя, или своих близких. Вот. И сегодня 17-е. Давайте на 19 число, 19 января, наметим этот коллективный сеанс. Ну, кто-то может сегодня не успеет принять настройку, завтра, значит, это принимаете. И 19 числа делаем коллективный сеанс, так как по некоторым данным 19 число – это пик наших возможностей, ну, там, по определенным циклам, в общем, не буду сейчас объяснять. Но это самый благоприятный день для такого сеанса. Поэтому приглашаю, кто хочет, опять же, это дело добровольное, подготовиться к 19 числу, принять эту настройку и по дополнительному объявлению, значит, принять участие в этой благородной, с моей точки зрения, миссии в этом сеансе. Благодарю вас за внимание.